Я заказала несколько средств от DNS для волос, в основном для тела тоже. Вот, кое-что я уже попробовала. Розовая глина мне нравится этой фирме, я пробовала ее уже. Это вторая пачка. Ее можно наносить вместо маски. Ну, вернее, в основном это косметические маски. Потому что ванны еще используют, но что-то как-то мне ванну не очень нравится, потом ее отмывать. В общем, короче, я использую это как маска. Розовая глина. Вот. Также я заказала молочко шоколадно-молочное. Молочно-шоколадная ванна. Это такая штука. Она добавляется в ванну. Здесь молочный протеин, соевый белок, какао в составе, экстракт женьшеня, коллаген. Ну, посмотрим. Я не принимала еще ванну с ней. Так. Вот такая штука для волос, маска. Вот такая маска для волос глубокого восстановления и роста новых. Тоже ее пока не испробовала, но по составу мне очень она понравилась. Расскажу попозже. Вот эта вещь, филлер для волос гиалуроновый. Средство, которое призвано увлажнять такие поврежденные волосы. Я его попробовала, могу сказать, что мне понравилось, но смотрите, какое неудобство. Оно идет вот в таких пакетиках. Для коротких волос вот этого огромного пакета это очень много. То есть я сколько-то использовала, и у меня вот в таком это виде очень неудобно, может пролиться. Я хочу сказать, что вот этот филлер я использовала вместе с ультразвуковой плойкой. Вот такой вот. Я ее показывала, у меня есть видео. И мне понравился эффект. Волосы действительно становятся гладкие, заполняются и восстанавливаются. Состав здесь гидролат различных растений, гиалуроновая кислота, глицерин, кератин также есть, коллаген. Ну, в общем, состав очень даже и неплохой. И, собственно говоря, вроде как штука эта работает. Еще у меня есть вот такой вот кератин. Как плохо. Еще у меня есть вот такой вот кератин для волос. Почему-то мне открыто снизу как-то странно. Но я его тоже уже попробовала. У него более удобный дозатор, удобный флакон. Здесь также в составе различные экстракты растений. Гидролаты. И на третьем месте кератин. Экстракт крапивы, экстракт цветов пижмы. Пахнет он, кстати, немного такими травками на самом деле. Но кератин здесь, как сказать, не... Вот хотя и он на третьем месте, здесь концентрация, такое ощущение, что не очень высокая. Либо его надо прям вот по полтюбика на волосы выливать. Мне даже как-то вот меньше вот это средство понравилось, чем вот этот вот филлер для волос. Может быть, у меня волосы не столько поврежденные, сколько им недостаточно увлажнения, сколько сухие, поэтому филлер призван больше волосы увлажнять, а кератин восстанавливать. Может быть, так. Но вообще кератин мне вот этот понравился даже меньше, чем просто восстанавливающий вот это вот. Филлер называется, но на самом деле это такая там водичка. Попробовала я вот эту вот молочно-шоколадную ванну. Что-то я не поняла эффекта. Она там два пакетика таких растворяется в ванной, но грязная ванна, это глиняная, запах какой-то невнятный. Ну, в общем, я не поняла. Не понравилось это молочно-шоколадная ванна. Так, и попробовала я вот этот вот маску для глубокого восстановления волос и роста новых. По сути, оказалось, это тоже глиняная маска для волос. Я их тоже не люблю, это надо промывать, вымывать. Вот белая глина в основе. Много, конечно, всяких экстрактов и так далее, но за тут, по-моему, 3 или 4 пачечки применение 3-4 упаковочек сложно что-то будет понять, а размазывать глину по башке я тоже что-то как-то
Не люблю. В общем, глину я применяю только на лицо. Если добавить пару капелек эфирного масла чайного дерева, например, глина идет хорошо. Вот, например, такая. Еще белая глина у меня есть. И понравился мне вот филлер. Конечно, филлер классный. Из покупок ДНС. Все, надеюсь, видео было полезным. Кому-то пригодится. Спасибо, что посмотрели. Пока.